Антон. Ну, первый вопрос. Довольны результатом своего участия в турнире памяти Пучкова? Ну, скажем так, я вообще шестой год приезжаю на этот турнир со своей командой. И я этим турниром очень доволен и в плане организации, и в плане подготовки. То есть мы его рассматриваем как предсезонный турнир. То есть очень хороший состав участников. И, ну, скажем так, после турнира очень много информации, анализа. Есть над чем работать, видишь какие-то свои хорошие стороны. Ну, скажем, если одним словом, очень доволен. Очень доволен. А почему так сложилось для вас? Почему так сложилось участие вот в этом турнире? Вначале проигрыш Локомотиву 0-5, и потом вы потихонечку начали вылезать из состояния? Ну, скажем так, турнир предсезонный, и уровень подготовки и планирования у каждой команды разный. Мы приехали после, скажем так, буквально у нас 3 дня был перерыв. После тяжелых сборов мы были в Швейцарии и сыграли неплохой турнир по 96-му году. То есть, в общем-то, нагрузка была очень серьезная. Мы были в горах, то есть это высокогорье, плюс хороший турнир. Я ожидал этого, ожидал, но думал, может быть, как-то пройдет глаже, что ли, это. Ну, что, 0-5, делать будем выводы. Понял. Теперь скажите, в матче с «Трактором» какой ключевой момент для команды «Акбарс» был? После чего, собственно, команда немножко по-другому заиграла? Да, ну, команда по-другому заиграла. Во-первых, приезжая на этот турнир, это, ну, скажем так, собралась элита хоккея на этом турнире 98-го года. Может быть, не хватало «Динамо» московского, Магнитогорского, Металлурга. В принципе, я считаю, что вот эти вот команды будут участвовать в финале России. И здесь, ну, скажем так, уровень мастерства примерно у этих мальчишек одинаковый. После долгих лет стольких работ, и, в общем-то, они уже некоторые умеют очень много. Здесь, конечно, влияет качество настроя и характера. И, ну, скажем, были сказаны слова, которые, ну, нужные. И в нужный момент, которые смогли мальчишек, зацепили их, и пошла игра по-другому совсем. Вот сейчас в этом возрасте можно уже говорить о разнице школ, наверное, да? Видите эту разницу? Она ощутима, ну, весома? Ощутима и весома. Но, в общем-то, все, допустим, я не первый день в хоккее, все уральские команды всегда всю жизнь отличались таким хорошим объемным катанием. Катанием, очень быстрые, подвижные, техничные ребята. В общем-то, Запад – это, наверное, больше тактических каких-то дел. И игра ставится на каких-то индивидуальных мальчишках, там появляются звездочки. Разница, естественно, есть. Каждый видит хоккей. Как бы он ни был одинаковым для всех, не мы его придумали 100 лет назад, там, допустим, но разница школ обязательно будет присутствовать. Чем отличается? Ну, мы, как бы, наверное, заметили, мы тихо-тихо начали подтягиваться. У нас очень хорошая программа президентская. То есть, в общем-то, я работал до 98-го с 90-м годом, и вот эта нехватка льда, она, конечно, очень здорово сказывалась на всех планах подготовки и в ледовой, и в технической. Ну, естественно, если у тебя контингент не может кататься, плохо владеет клюшкой, о какой тактике можно разговаривать? То есть сейчас вот с этой программой, ну, очень много ледовых дворцов, и даже вот у меня в составе появились мальчишки, которые не казанские, а с районов уже, то есть из Татарии, там, с Буинска, там, допустим, с Апастова, уже есть в команде, в первой команде, так скажем, то по этому возрасту. Можно ли сказать так, что это совет для Санкт-Петербурга и тех, скажем так, федеральных округов, где мало льда? Ребят, хоккеем Татарстан охвачен полностью. То есть поднимается народ из таких глубинок, хоккей есть везде. Благо, еще раз скажу, что президент сам в хоккей играет и уделяет этому очень огромное внимание, влияние. То есть периферия пошла уже. Такой каверзный, может быть, вопрос или с прицелом. Какой у вас прогноз на финал регионов? Ой, я не люблю. В феврале месяце. Я понимаю.
Я не люблю делать прогнозы. Может, вопрос задал немножко по-другому. Хватит ли вот этого, вот этих шести месяцев для того, чтобы что-то изменить в игре команд, ну, которые участвовали в Кубке? Конечно, а как же. Во-первых, мы все, я еще раз повторюсь, мы все сейчас на стадии подготовки. То есть у нас идет предсезонный турнир. У всех чемпионаты начинаются где-то 8-9 сентября. То есть у нас даже еще и время есть и здесь немножко что-то подработать, что-то как-то. Для меня вот стало откровением, у меня один центральный получил травму, и я поставил защитника вперед, в центр, и он у меня отыграл турнир. Я просто, для меня это нонсенс, находка такая, что я открытие. То есть все можно изменить, почему нельзя? Главное, работать надо. Все. Тогда до встречи на финале. Спасибо. Спасибо большое.